Приветствую всех из Одессы. Сегодня 9 июля 2023 года. Ребята, со вчерашнего вечера в сети начало распространяться скандальное видео, где якобы на КПП Паланка в Одесской области мужчине в жесткой форме вручали повестку. Там и скручивали руки, значит, и скручивали его, и закручивали, там несколько военнослужащих. Ну и сперва, изначально, я же говорю, разносилась инфа о том, что таким образом в Одессе снова в жесткой форме вручают повестки. Как оказалось, значит, исходя из официального рапорта, ситуация не совсем такая, как ее преподнесли изначально. В официальном отчете сообщается, что события происходили на КПП «Удобное», а не на КПП «Паланка». И на видео запечатлены не военкоматчики, а пограничники. В отчете говорится, что мужчина отказался предоставлять документы на проверку, оказывал сопротивление, осуществил попытку наезда на одного из пограничников и перекрыл движение. Момент задержания попал на видео. Далее сообщается, что через 4 часа после происшествия мужчина попытался снова пересечь границу на том же КПП, и там уже был повторно задержан и получил повестку. Достоверность информации требует проверки, так как, скажем так, я на этом месте не находился, и как там на самом деле происходили события, неизвестно. На видео видно, что руки мужчине связывают стяжками, а это недопустимо при задержании, как и выдача повестки как метод наказания. Короче говоря, не знаю, думаю, по этому поводу еще будет появляться информация. Если что-то будет существенно, обязательно запишу видео и сообщу вам. До встречи, пока.